Коломенский завод недавно построил опытные и сочлененные четырехцилиндровые паровозы. 1.4 плюс 4.2. Без развитой тяжелой индустрии было бы немыслимо создание этого стального богатыря. Развивая большие скорости, этот вороненый гигант может вести поезда свыше 3000 тонн. Но век паровозов кончается. Жизнь бежит вперед. На смену приходят более сильные и экономичные локомотивы. Тепловоз, электровоз.